Распаковываем куклу Барби Color Reveal. Вскрываем все содержимое. У нас 5 разных пакетиков и один пакетик с куклой. Но мы его оставим на потом. Первый пакетик. Здесь была вот такая вот мини-кепочка. Вот тут, мне кажется, сапоги. Но давайте проверим. Вот такие розовые сапожки. Как поняла, у нас будет кукла с розовыми волосами. Так что у нас, да, юбочка розового цвета. Ну, кстати, такая очень простенькая, да еще мятая. Понимаю, что здесь находится что-то очень крупное. Ну, конечно. Это расческа. Плоский пакетик. Что же в нем находится? Это плащ. Все эти аксессуары, как вы могли заметить, так или иначе связаны с дождем. Барабанная дробь, наша куколка. Здесь нанесена специальная краска на теле куклы, и нам нужно опустить ее в воду, чтобы проявить. Убираем нашу куклу. Так, думаю, что пора доставать. И вот такой купальник с розочками у нас проявился. Вот так вот куколка выглядит в полном своем образе. Кстати, от холода у нее проявляется макияж. Пишите вам в комментариях, как мы назовем эту девочку.